Слава богу, что у нас бабушке 83 года, и она еще может и хочет бегать по магазинам. Да. Это, друзья, упал персик. А эту я случайно была нажала, увеличила. Я вам показываю кабачки. Не устаю радоваться, что кабачки прекрасные, что в этом году мы начали их мариновать. Уже наелись и икры, и со временем покажу вам наши рецепты. Какие мы делали, какие мы узнали новые рецепты кабачков. Пока могу только сказать, кабачки кубиками режем, поджариваем вначале лук, морковь и потом бросаем кабачки. И все это тушится. Специи себе по вкусу, все это тушится и туда маленький лавровый листик. Вот такие кабачки я люблю. Потом, когда берете кабачки в кляре, режете шириной по 8. Друзья, что? А вот в этом году у нас кабачки очень огромные. О, видите, как хорошо, да? И у нас в этом году хорошие кабачки. Я думаю, что потому что мы обработали весной землю известью. А может быть, и действительно в этом году у всех хорошие кабачки. Вот. И хочу вам показать, это то, что я говорила, почему мы огурцы садим там немножко, там немножко, там немножко. Здесь я сделала вроде бы как красивую грядку, подсыпала их опилками. Сосед подготавливается к зиме, резал дрова, и мне презентовал опилки. Я их подсыпала, а они заболели. Те, которые не подсыпали, хорошие. Ну, на своих ошибках учимся, будем знать, что опилками огурцы подсыпать не стоит. Я думала, что мы будем держать им влагу, и они будут лучше. А им плохо, а им не нравится это. Так вот, я хочу еще вам о кабачках, пока еще не сделала, и сказать о том, как кабачки еще люблю делать. Беру кабачок небольшой. Режу его небольшой, где-то в диаметре 30-40. Ну, если он будет больше в диаметре, тогда разрежем пополам. Режем его толщиной, чтобы это были где-то 5 мм толщины дольки. Затем чуть-чуть подсолили. И вначале в муку обваливаем, потом в яйцо. Мука, яйцо. Кабачки в кляре тоже очень вкусно. Жарим на растительном масле. И очень вкусно. Можно потом еще к ним сделать соус. Берем сметану, чуть-чуть чесночка и соль. Вот, видите, спасибо. Спасибо, да, что вы эту информацию сказали, что каждый кабачок чуть ли не метр. Ну, бывают такие сорта кабачка. Бывают такие сорта. У нас сорт кабачков не такие, которые растут метр, а они растут максимум 40 сантиметров в длину. То есть метровых у нас нет. Есть такие кабачки, которые метровые, они зеленого цвета, они как-то называются, да, они длинные, метровые, и говорят, вроде бы они их нашли или вывели в Китае. Я помню, мы называли их китайские кабачки, мы тоже садили кабачки те, которые метровые, но почему-то у нас тогда не получились они. На вкус какие они? На вкус вот те метровые, если это те, о которых я... Если вы говорите мне о тех, что я знаю. Зеленые такие, длинные и метр длиной. Вот они немного не такие вкусные, как вот эти обыкновенные желтые кабачки. Попробуем. Да, попробуем. Обязательно попробуем. Если найдем метровые кабачки, хотелось бы посадить и попробовать. Я иду назад на свое. Друзья, буду заканчивать свой эфир. Еще раз спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за ваши лайки. Хорошей вам погоды, мирного неба, прекрасного лета. Хорошего настроения. Всем пока-пока.
Так, я сделаю еще ролик с лучшими моментами. Здесь есть такая.